Ребят, всем большой привет! Сегодня покажу очередной автомобиль, который был мною подобран для клиента. Клиент из города Краснодар. Вот такой вот Megane 4 в комплектации Intense. Серый красивый металлик. Кузов, естественно, универсал. 1,5-литровый дизель на роботизированной коробке EDC. Пробег оригинальный 108 тысяч километров. Сейчас я вам VIN-номер для сильно сомневающихся сниму, пробьете. 1 390 000 рублей обошелся этот автомобиль. То есть, считаю, очень оправданно цену. Сейчас я вам комплектации просто покажу. Intense непростой, а с акустической системой Bose. Я такие машины вообще впервые вижу. Обычно, что не Intense, то без Bose акустики. А в этом есть все за эти деньги. И оригинальный пробег, повторюсь, 108 тысяч. Машина в отличном состоянии, техническом, внешнем, заводском исполнении. Итак, начнем. Это LED Pure Vision фары, LED оптика, очень крутой свет. Есть парктроники в круг, есть адаптивный круиз-контроль Distronic, то есть стеклянный значок. Также у нас есть проекция. Ну, сейчас из салона покажу. Так, VIN-номер, вот, держите. Эксперты, которые говорят, что не бывает машин 100 тысяч пробега в России. Очень крутые литые диски, такие, кстати, я вижу в первый раз, но это оригинал. Выглядит очень достойно на фоне этого автомобиля. Задние LED также фонари. Очень классно, видите, светится. Есть насадка, как у Bose Intense у всех. Глянцевые юбочки. Сейчас покажу вам салон. Есть, значит, бесключевой доступ. Рейлинги. Классный большой люк. Наверное, сейчас открывать не будем, пошел дождь. Но он открывается достаточно широко. Обалденный, опупенный вот этот салон. Он очень многим нравится. Именно не Bose, где кожа, как бы, да, основная материя, а вот этот велюр такой приятный. Ну, видите, да, как вставляет след. Приятное сиденье. У нас есть также подсветка в картах дверей и в центральном тоннеле. Акустика Bose, я удивлен, вторую только машину сейчас встречаю, и то как-то вчера видел такую же. До этого никогда Intense не встречал на Bose акустике. Большой дисплей, камера заднего вида. К сожалению, зимнего пакета нет. Но есть проекция. Вот она. Очень такой приятный, ухоженный салон. Не то, что там его, значит, подготовили, а сама, видно, машина была в хороших руках. Люк еще раз не буду открывать, говорю, но такой большой сдвижной люк. 1 390 000, напомню, 18-й год, 108 пробега. Считаю, классно. Сочетание цены, качества машины. ЕДЦ еще походит, 1100 как минимум. Так же, как и мотор. Очень приятный, да, видите? Салончик, все подсвечивается, люк. Вот такая красота стоит, как бы, тоже немалых денег. Но в фоне Лады Весты, кросс той же, Megane, прям красавчик. И едет он очень приятно, с надежным 1,5-литровым К9К мотором на 110 лошадей. Расходует 6-7 литров по городу. Ну, в принципе, на этом буду заканчивать. Ребят, такое маленькое включение. Ролик для YouTube, телеграм-канала. Подписывайтесь и туда, и туда. Все актуальные новости я выкладываю. И если кому-то понадобится подбор или осмотр в городе Пскове из Европы, а также обычных автомобилей, обращайтесь. Кстати, пользуясь моментом, еще стоит на фоне серого красавчика, вот такой вот синий. Только это уже комплектация не Intense, а Bose. Вот эти диски интересные. Ну, этот автомобиль я не проверял, тот даже подобрал, а этот как бы на ручке. То есть нужна была машина на двух педалях. Ребят, на этом у меня точно теперь все. До новых встреч. Всем пока.